самая первая, которая называлась «Вертикаль», это была и его первая картина, и моя первая картина в том смысле, что я там был как автор. Я впервые написал песни в этот фильм как автор. Я был автором текста и автором музыки. Сейчас эти песни будут звучать даже для меня как абсолютно новые, потому что прошло очень много времени. И если, я надеюсь очень на это, будет когда-нибудь прокатано, когда-нибудь снова показана картина «Вертикаль», вы их услышите полностью, а я сейчас просто постараюсь вам напомнить, ну, такое будет маленькое попурри, что ли, из песен из этой картины. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, лох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Еще была такая песня, может быть, даже я ее всю не вспомню, но хотя бы начало. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно рискнуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно рискнуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И самый финал картины, я помню, он был очень печальный, потому что после таких приключений романтических, которые были в горах, все спустились, конечно, с горных вершин, спустились на землю в прямом и в переносном смысле, и все расходятся, расходятся по своим делам, прощаются, без всяких сентиментальностей, просто прощаются до следующего лета. Вот, и звучит песня вот такая. В суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых еще не бывал.